Первый тур мы проиграли команде ИСТА, организаторам турнира, со счетом 8-3. По моему мнению, все решила красная карточка, так как мы играли ровно. Все решила красная карточка, после чего мы начали пропускать. Сегодня мы играем с командой DBX, команда сильная, но мы не слабее. По моему мнению, счет будет 6-2. Будет разница в 4 гола. Желаю всем удачи!